Всем приветики! Решила сделать вот такое видео. Впервые заказываю от этой фирмы доктор Пьер Рикаут. Рикаут или Ричаут. Не знаю, как это такой вот. Ну, как бы знакома была, знала, что такая фирма есть. И вот, в общем, что-то они меня решили развести. И я развелась. Думаю, дай-ка я себе закажу на день рождения. Прислали заказом каталог в таком конвертике. Тут, значит, каталог и что они предлагают, и цену, естественно, 50% скидки, типа там тра-ля-ля. Ну, такой неплохой каталог. Как крема закончится, который я у них купила, расскажу все. Такой вот приятный каталог. Ну, я так понимаю, наверное, это к Фраше относится. Ну, покажу я, что они мне, что я заказала, что прислали. Так, ну, не пишут они, конечно, по-немецки. Это у нас крем для бюста, какой-то с лифтинг-эффектом. Еще не открывала. Я сделаю видео уже, когда я буду пользоваться продуктом, расскажу, может быть, или когда закончится коробочка. Это у нас вот такой красивой коробочке. Таз со слюдой, это без слюды. База для визажа. Смотрите, какая красивая коробочка. Даже мой тренога там отражается, видите? Так что я могу тут открыть и вам показать. Ой. Буду пользоваться. Смотрите, какой красивый продукт. Стеклянная баночка такая красивая. База для визажа. Потом какой-то наполнитель морщин. Я так понимаю, Glowron Hollowridus Expert. Тоже, смотрите, как красиво отражается. Даже я частично, моя тренога. Еще не открывала. Надо найти на русском информацию, почитать. Вот, смотрите, такая вот вещь. Заказала набор. Там был набор. Три по какой-то небольшой цене парфюма. Ну, не могу понять, как они открываются. Но запахи вроде неплохие. Надо на фрагрантике прочитать. Ну, вроде на фрагранте тоже неплохо отзывались. Сейчас покажу подарки. По-моему, от 40 они кладут ночной крем. Видите, все люди. Завлекушка такая. Ну, ночной крем мне тоже нужен. Хорошо, будем пользоваться. Три пробника лежало кремов в пакете в рекламе. С журнальчиком. Ну, это как бы сюрприз, я так понимаю, был. Прислали мне такое вот прекрасненькое зеркальце. Оно, знаете, оно такое на ощупь такое мохнатенькое, как бархатное. Смотрите, какой цвет красивый. Purple. Пурпурный. Цвет богатства. По фэншуй. Еще, видите, тут слюда надо снять. Защита для зеркала. Очень молодцы. Снимем. Увеличивающий такой обыкновенно. Очень хороший. Здесь, смотрите, пятнышки остаются, видимо, от рук. От жира будет оставаться. Ну ничего, зато к руке так приятно. А, я теперь поняла, они почему такое сделали. Видите, крышка. Ясно. Можно отослать назад. Вот тут возвраты всякие были. Значит, купоны на возврат. И, значит, в подарок прислали вот такую сумку. Она эффектно смотрится, значит, у них на сайте. Ну, не знаю. Видите, здесь фирма. Даниэль Хифта. Это, по-моему, немецкая дизайнер или фирма. Мне так кажется. Здесь на магнитике. В общем, она так вроде на рекламе смотрится нормально. И ручки у нее хорошо сделаны. Хочу сказать, ножек здесь нет. Но с этой стороны.
стороны мне не нравится, как она сделана. Смотрите, обратная часть как-то некрасиво. Ну, здесь открывается. Сейчас откроем. Покажу внутри. Знаете, такой сумкой за продуктами, наверное, хорошо ходить. Вот здесь такой кармашек еще. Больше ничего. Так что вот. Хотя она так с виду. Кармашек такой сюда. Кстати, косметику нам можно положить. Такая сумка, знаете, на учебу ходить. В магазин за продуктами. Недалеко. В дорогу, в принципе. Не знаю, если в какую-то дальнюю дорогу, сами знаете, что творится в Германии. Если только куда-нибудь в отпуск поехать с ней. Не знаю, посмотрю я. Может, подарю кому-то. Ну, она так... Я хочу сказать, она хорошо сделана, но, не знаю, мне кажется, что в ней много можно носить продукции, потому что, мне кажется, здесь она может оторваться. Вот такая сумка. Хотя она даже, вот я смотрю по видео, вроде неплохо смотрится. В общем, вот такой заказ. Это где-то у меня было на 42 евро. Читайте вот эти вот. Вот это вот, вот это и вот это. Это у нас не было. Вот этот заказ был у меня 42 евро. Вот это. Буду пользоваться, вам рассказывать про духи, расскажу. Какие ассоциации меня вызовут. Они, я еще их не пробовала. В общем, такое вот видео. Всем пока, всем до свидания. Следующее видео будет тоже интересное, посмотрите. Тоже о покупках. Не знаю, люди любят смотреть покупки. А я люблю смотреть покупки. Да, я люблю, кстати, смотреть покупки у повелителя ароматов, когда он одежду показывает. Он все время про дизайнеров нас просвещает. Так что, повелитель ароматов, я люблю твои видео о покупках. Всем пока!